Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, уважаемые участники заседания, прежде всего позвольте еще раз поблагодарить наших казахстанских коллег за теплый прием и организацию заседания Евразийского межправительственного совета и цифрового форума. Уверен, что обсуждение и выводы, сделанные по итогам форума Digital Almaty 2024 послужит интересам широкого внедрения цифровых технологий и инноваций, будут полезны и востребованы при прогнозировании и продвижении в этом направлении. Приветствую главу правительства Республики Узбекистан, уважаемого Абдулу Нигматовича Арипова.